Друзья, всем привет из солнечного Крыма. Мы находимся в Коктебеле. Здесь невероятная красота. Справа от меня теплое Черное море. Позади находится красавец Карадаг. И сегодня мы расскажем вам, как проходит динамика строительства самого масштабного туристически-рекреационного комплекса в Крыму Sky Soul Resort. Погнали! Друзья, вот мы на строительной площадке. Масштабы апартамент-комплекса Sky Soul просто поражают. Это 14,5 гектар земли, и мы находимся всего в 30 метрах от пляжа. На территории комплекса будет расположено невероятное количество премиальной инфраструктуры. Это 3 бассейна, огромный спа-комплекс на 4000 квадратных метров, а центр для медитации, йога-центр, тренажерный зал, несколько ресторанов и кафе, много детских площадок, много спортивных площадок, вертолетная площадка, торгово-развлекательный центр, всего и не перечислить. Чуть больше года прошло с начала строительства, и вы только посмотрите, какие быстрые темпы. Уже возведено 4 комплекса, и еще 2 комплекса находятся на этапе котлована. Это 5-й и 6-й корпус. О них мы сегодня тоже вам расскажем. Друзья, мы находимся на фоне нашего 7-этажного 2-го корпуса, и здесь видно то, что уже полностью закончены работы по заведению железобетонного монолитного каркаса. Также мы видим то, что перегородки заполнены полностью газобетоном. Ведутся разработки и устройства инженерных систем водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, водоотведения. И также ведутся внутренние отделочные работы. Это штукатурка, это стяжка на полу. И также ведутся работы по обустройству кровли. Друзья, здесь мы можем наблюдать наш 3-й корпус. Здесь уже возведено 9 этажей. Полностью закончены работы по монолитно-железобетонному каркасу. Также у нас здесь перегородки из газобетона уже заполнены до 7-го этажа. Ведутся работы по обустройству вентиляционных систем, электроснабжения. Также ведутся работы по штукатурке и по обустройству, так скажем, внутренних помещений. Друзья, на фоне у нас 4-й корпус. Здесь мы видим то, что практически закончены работы по возведению монолитно-железобетонного каркаса до 11-го этажа. Также до 6-го этажа мы уже заполняем перегородки газобетоном. Здесь это также можно наблюдать. Выполняются работы по инженерным сетям, вентиляция, а также канализация. И выполняются работы по штукатурке, также у нас на 4-м корпусе. Друзья, мы находимся около 5-го корпуса нашей стройки. На сегодняшний день идут работы в грунтах, земляные работы, работы по устройству щебенистого основания, работы по устройству железобетонных фундаментов и стен подвалов из железобетона. Мы сейчас находимся около нашего спального корпуса номер 6. Как видите, закончены работы в грунтах на 1-м и 2-м блоке. На 2-м блоке мы сейчас ведем подготовку основания и щебня. Работает специальная техника, которая уплотняет это основание. А на блоке номер 1, вот вдали, вы видите, что уже закончены работы по устройству фундаментной плиты монолитной железобетонной, а также выполнены уже и железобетонные стены фундамента. Переходим в ближайшее время к работам по устройству плиты перекрытия на отметке 0. И будем считать по этому корпусу законченными работы, которые у строителей называются работы в грунтах. Друзья, 21 августа у нас случилось грандиозное событие. Мы открыли старт продаж 5-го корпуса. Мы сейчас его можем наблюдать, он здесь на этапе котлована. И в первые же секунды у нас было забронировано 39 лотов, и это не предел. Успеете забронировать свой идеальный апартамент по стартовой цене. Их осталось не так много.